Здравствуйте, друзья, еще раз. Мы с вами в аэропорту Сан-Франциско. И вот эта стройная лань белокурая, это Наталья. Она в красном таком наряде. И, наверное... На Будулая. Под цыганочку. Значит, наверное, Винни любит эту рубашечку, я так подозреваю. Да, любит эту рубашечку. Я, друзья мои, просто трясет меня все. Я просто от счастья с ума схожу. Да. Это мне напоминает, там, в Забу дыхание сперло. Да, в Забу так, дыхание сперло. Вот это наш аэропорт. Все тут культурненько. Мы стоим здесь, а вон там люди загружаются, видите, в метро такое тут ходячее. В общем, что сказать, прохладненько пахнет. Пахнет горючим авиационным. Так, немножко есть запашок. Но мы уходим внутрь. Мы, друзья, на ленте эскалатора, который везет нас вперед. Это мы смотрим назад, а везет он нас вперед. И я просто хотел показать вот эту перспективу. Перспективу, потому что не может быть яркого события без перспективы. Тут какие-то странные загогулины на... Даже это может быть на женщину похоже, мне кажется, я не знаю. Так символически изображенные. Тут все стены, кстати, в этом, если так приглядеться. Вот. Перед выходом, друзья, зная, что мне ночью ехать в одну сторону, а потом возвращаться одному, вообще возвращаться... так больше в сон клонит, чем когда в компании. Я выпил кофе из нашей замечательной машины, которую мы недавно прикупили. Но вот мы пришли в аэропорт, и тут особо народу нету. Но вот тут какая-то кафешка, оказывается, работает. И до приезда самолета, прилета самолета еще 20 минут. Давай, Наташ, глянем, что у нас есть. Да, я тебе кофе куплю за то, что ты меня привез. Надо сказать, друзья, что репертуар в этом аттракционе как бы ночного питания очень скромный. Но там, правда, кофе есть много разного. Вот. Так, если уже вас конкретно кофе интересует. Да, мы возьмем орешков, тут есть в пакетике. И я так возьму латте. Дело в том, что латте подают не сладким. То есть можно его так пить, а можно еще как-то. Но, во всяком случае... Хочется подсластить, можно положить заменитель какой-нибудь. Как шоколад? Ну, там кусочки шоколада. Ну, ничего страшного. Отдадим шоколад женщинам. Женщины и шоколад – это привязанность на всю жизнь. Вот там, друзья, вдалеке, вы видите, там стоп, знак такой, кирпичик. Вот там еще один кирпичик, еще подальше. Вот оттуда пойдут пассажиры. Из всех рейсов, которые относятся к Delta Airlines, вот здесь. Вот. Ну и мы вот за этими столиками сейчас примостимся и будем enjoy life с одной стороны, а с другой стороны поджидать Винюшу. Есть, я тебе расскажу анекдот такой. Значит, две бабульки беседуют, ну еще так, давно. Ты там рассказывай анекдот, чтобы я успокоилась, потому что я вот так. Просто возник вот этот. По ассоциации. У меня все анекдоты по ассоциации. Значит, в советское время у меня все анекдоты из того времени. Вот, значит, две бабушки, одна говорит, представляешь, давеча, стою на остановке, поджидаю трамвай. Вторая говорит, ты что? Он говорит, а что? Он говорит, ну как что? Говорит, нельзя же говорить жид, надо говорить еврей. Это же неприлично. Она говорит, ой, господи, я, говорит, и не подумала, ну ладно. Стою давеча на остановке. Под евреевый трамвай. Вот. Значит, мы с тобой, можно сказать, под евреевым Винни. Не, мы поджидаем. 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 Вот без всякой политкорректности мы его поджидаем. Вот. Вот с этими орешками. Вот, ребята, пошел рейс наш. Откуда мы знаем, что это наш рейс? У нас Наташа спросила ребят, которые там идут, и говорят, это не с детройтского ли они рейса. Они оказались с детройтского. Вот, собственно, он прилетел на полчасика раньше, чем предполагалось, так что ждем. Вы видите, как впилась буквально взглядом. Миша меня мучает просто. Наталья, а я вспоминаю, знаете, песню. Там, я ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Вот она смотрит. Что-то прям все уже почти вышли, а его нет. Блин. Да.
Всегда так. Всегда так, Наташа. Да. Наши, кого мы ждем, всегда выходят самыми последними. Да. А если они выскочат первыми, так мы в это время опоздаем, и они выйдут, а нас нет. Это закон встречи. Вот, друзья, вы видите, Наталья давала отмашку, значит, Винни, и вот там Винни. Сейчас мы с вами увидим встречу. Вот они бросаются навстречу друг другу. А я без страстный кинодокументалист. Вот они заблокировали проход, сейчас их будут обходить. Вот. Может быть, и меня заметят в какой-то момент. Скажут «Хай, Майкл», скажут. Вот. Hey, Vinny, how are you doing? Glad to meet you. So let's go. So Vinny, how did you feel about academic success of Natasha? She's doing well. I think she's doing very good. So you support her? I support her all the way. She's on another side of the mountain. That's right. She's coming back down Mount Everest. Yeah. She'll make it. She did another test today. Oh, she did. She repeated the test, yeah, and she was, Jana says, the teacher, she says she's in top 15% of the class. Wow, see yeah. that? Yeah. Винни, how do you call Наташа? Помилушка. Ну вот, друзья мои, я немножко отошла, и вот тут стоит Михаил Портнов с моим Винюшей. И я хочу посмотреть, какого они роста, одинаково или нет. Guys, you gotta stay to each other by back. Oh, come on. But stay by back. All right. Ну вот они одного роста, абсолютно одного роста. So, how tall are you? 6'1"? I'm 6'1". 6'1", yeah, yep. Me too. Okay.